Добро пожаловать на страницу нашего сервиса. В этом видеоуроке мы рассмотрим, как интегрировать движок WordPress с нашим сервисом Клаки. Делать это будем на примере хостинга BigGet. Для начала нам необходимо скачать сам движок. Перейдем на его официальный сайт. Нажмем «Получить WordPress». Скачаем последнюю версию. Пока она скачивается, мы предварительно уже добавили сюда наш домен, с которым мы будем работать. И также для работы движка WordPress нам необходимо создать базу данных. Давайте создадим базу. База данных создана. База данных. И пароль тот, который мы указали. Вот, тем временем WordPress скачался. И давайте зальем его в нашу директорию. Переходим в public.html. Загрузить файлы. Ищем его. И нажимаем загрузить. Ждем, пока он загрузится. Закрываем. Извлекаем архив в текущую папку. Давайте удалим наш архив. Так. Нам необходимо, чтобы файлы WordPress лежали в корневой директории нашего домена. В данный момент они лежат в подпапке WordPress. Поэтому давайте перенесем их в основную директорию. Все, мы перенесли папку WordPress, можно удалить. Давайте перейдем непосредственно к установке. Имя базы данных возьмем из файла, куда мы их предварительно сохранили. Имя пользователя, оно совпадает с именем базы данных. Пароль. Давайте проверим. Все в порядке. Запустим установку. Название сайта назовем тест. Имя пользователя пусть будет админ. Ну, пароль сделаем слабый. Хочет наш e-mail. Давайте возьмем наш домен с префиксом админ. Все. Так. Ну, как мы видим, WordPress установился. Можем попробовать зайти в его админку. Все работает. Админка тоже. Перейдем на главный сайт. В данный момент WordPress работает без нашей клаки. Теперь давайте интегрируем ее. Переходим в файловый менеджер и ищем файл index.php. Нам его необходимо переименовать на что-нибудь другое, например, wp-index.php. Переименовали. В данный момент WordPress работать перестал. Теперь необходимо загрузить файл нашей клаки. Загружаем. И в качестве black page или white page в нашем случае пропишем здесь wp-index.php. Ну и в качестве offer page давайте пропишем уже
используемый нами для этого блока. Выключим сразу режим настройки. Сохраним. В данный момент мы попадем на наш блок. Теперь давайте посмотрим, как выглядит наш white. Для этого самое простое – это включить диафильтр. Убираем два слэша, сохраняем и перейдем к нему. Как мы видим, мы попали на white page. Можем еще раз все проверить. Выключим геофильтр. Нажмем сохранить. И мы попадаем на black. Так за пару минут происходит интеграция с нашим сервисом. Никаких проблем возникнуть не должно. Если будут какие-то вопросы, пишите, мы вам поможем. Спасибо за внимание. Всего доброго.